Думаете, я дам той женщине хоть копейку? Ты не потратишь ни копейки. Кассовый чек не отследить. Ты вернешь ей собственные деньги. Твой клиент хочет пробраться в офис. Так уж принято в Чикаго, верно? И пробравшись туда, она вспомнит, кто ей помог. Иначе она бы не смогла. Я приехал, чтобы отдать вам вот это. Я не привыкла, чтобы мне затыкали рот деньгами. А я не привык, чтобы меня дурачили два говнюка из другого города. Никто никого не дурачит. Я не занимаюсь делами с тем, кто вынуждает меня увольнять друзей. Что ж, тогда увидимся в суде. Может быть. Знаю, вы любите, когда встреча назначена, но в ресторане вы кое-что забыли. Ничего я не забывал. Свой рычаг давления. Фото, на котором вы передаете мне чек на $1 000 000. Я смогу убедить их, ведь это кассовый чек. И выписал его не я. И чтобы это доказать, вам нужно лишь открыть свой банковский счет.